Лига чемпионов ФИБА – новый престижный турнир Старого континента. В турнире участвуют чемпионы стран и не только. Винспилсчане в чемпионате Латвии заняли третье место. Но ВФ Рига и Валмера Ордо отказались от участия в турнире, поэтому Винспилс воспользовался этой возможностью. В основном турнире винспилсчане будут играть в группе С с клайпедским «Нептунос», французским «Асвел», немецким «Эви Баскетс», польским «Росарадом» и греческим «Паок». По словам Ральфа Плейница, неважно было, в какую группу мы попадем. Все соперники сильные, но с ними можно играть на равных и можно победить. Многое будет зависеть от того, как мы подготовимся, как они укомплектуют свои команды, какой состав у наших команд будет, насколько сильны эти команды будут в этом году. Нельзя судить по тому, какие результаты показывала команда в прошлом или позапрошлом году. Все меняется. Это не национальные сборные, но по традиции Асвел – самая знаменитая в нашей группе команда. Интересно, что в рядах греческой команды играет Джанис Пейнерс, который прошлые два сезона был один из лидеров Вентспилсского клуба. Это дополнительная интрига. ПАОК – солидный клуб, не скажу, что он самый лучший. Команда стабильно играет уже много лет в греческой лиге. Ниже пятого места она не опускалась. Сезон на сезон не приходится, но клуб хороший. Жан – это дополнительная интрига. Турнир стартует 20 октября. 24 клуба автоматически проходят турнир, остальные 24 должны пройти квалификационный отбор. Это означает, что в каждой группе к шести уже известным командам присоединятся еще по две. Участникам Лиги чемпионов в первом сезоне обещан призовой фонд 4,5 миллиона евро. Каждый клуб, стартующий в регулярном сезоне, получит самое малое – 100 тысяч евро. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.